Ну, как оно? Могло бы быть послаще, конечно, но и так замечательно. Я думала, напиток должен тебя взбодрить, так что... Нет, это было то, что нужно, спасибо. Так то или не то, ты определись-то... Ведро Эдша. Всем привет! Вы на канале Идиовплей, и сегодня мы будем продолжать проходить Вальгалочку. Не забываем пошлепать мой лайк, написать свой комментарий, ну и погнали! Почему она не моет за собой баскеты от куриных крыльев? Запах специй уже, наверное, въелся в это место. Так. Все, готово. Джилл, у тебя ведь еще есть пара минут? Я уже достаточно отдохнула, спасибо. Так как ты сняла шлем? Оказалось, что нужную кнопку заклинила из-за пепла. Чей бы шлем это ни был, его хозяин износил его до состояния, не предусмотренного гарантией. Посторожи его, пока этот самый хозяин не вернется, ладно? Ладно. Да, и убери его подальше от меня, а то соблазн надеть его все еще велик. Поняла. Да, открыто, отлично! Добро пожаловать в Вальгалу. Аня. Добрый вечер. А куда я, собственно, попала? Это что-то вроде загробного мира или что? А вы часто заходите в места, о которых ничего не знаете? Иногда. Типа, а что? Что ж, вы попали в бар. О, бар! Чудно-чудно! Что будете заказывать? Я даже не знаю, я не часто пью, если честно. А что бы вы посоветовали? Что вы обычно пьете? Я люблю чай. Мы тут вроде как ничьи завариваем, честно говоря. Может, вам какой-то вкус нравится? Что-нибудь горькое, но не очень горькое. Простите, если вас это только запутало. Что-нибудь горькое, но не очень. Может, что-то горькое и женственное? Сейчас посмотрю, что могу вам предложить. Что-то вроде чая или что-то не очень горькое. Может, подойдет горьковатый дамский напиток? По вкусу горькое. Что такое суплекс? Нет, мужской. Так, постелю дамский. Кисельные грезы. Кислый дамский мягкий. Блять. Бенгальский огонь. Сладкий, нет, блять, она горький хочет. Сладкий. Господи, заебало. Сладкий, сука. Горький, во, золотое облако. Отлично. Карматрин по вкусу. Бедняга, ты у меня сейчас нажрешься. Взболтается льдом. Ее сейчас вынесет нахер. Так, взболтать. То есть, по полной. Погнали. Попробуйте это. Да, вкусненько, спасибо. Вы не похожи на кого-то из наших мест. Что вас сюда привело, мисс? Я звезда, что тьму ночную пронзает. Лучи света, что твой путь освещает. Сияние, что мечты в жизнь притворяет. Я Кира Микки. Так, мне вас звать мисс Микки или мисс Кира? Нет, вы не поняли, я просто Кира Микки.
Давайте я вам помогу. Я говорю Кира, а вы мне говорите Микки, хорошо? Ладно. Кира? Микки? Нет-нет, не так. Больше жизни. Кира? Микки? Уже близко. Кира? Микки. Кира? Микки. Кира? Микки! Кира! Микки! Так держать, чувствуете, да? Кира? Микки! Кира? Микки! Кира? Да ты заебала, Микки! Отлично, и никогда об этом не забывайте. Джилл, Джиллиан, Дана и Джейми. Как, черт возьми, я тут оказалась? Джейми, так на чем мы остановились? Да, я рассказывал тебе как. Нет слова, вы сильны. Сильны. Благодарю. Приятно осознавать, что я все еще способна на такое. Особенно учитывая, что у меня вот-вот концерт начнется. Концерт? Подождите, вы тот самый Лилим, у которого сегодня концерт ночью? Ну, у меня сегодня действительно концерт, но я не знаю, кого вы имеете в виду. И что же вас тогда привело сюда, к нам? Ну, пока все были заняты последними приготовлениями, я решила прогуляться. Мой продюсер очень нервничает перед шоу, так что я решила переждать момент. Я увидела плакат на входе и решила проверить, что у вас тут такое интересное. И все? Ну разве это не опасно? Разве ваш продюсер не будет в бешенстве? Будет, но я так сбегаю не в первый раз. И в любом случае, без меня концерт не состоится. Ясно. Большой концерт. Мы рассчитывали примерно на 100 тысяч, но билеты быстро распродали. Поэтому мы решили дать еще один концерт через пару дней. Неплохо. Да это охуенно. Да, возможно. У меня не так много фанатов, но зато они очень преданные. И это здорово. 100 тысяч человек это немного? Но сколько тогда много? Подождите-ка, судя по вашему небольшому представлению, выходит, мне следует вас называть мисс Микки, верно? Нет, вы не поняли, давайте начнем сначала. Просто буду называть вас мисс Дива, хорошо? О, мне нравится. Слушайте, а у вас есть что-нибудь мягкое? Мягкое, типа безалкогольное? Нет, я имела в виду именно мягкое. Мягкое? Посмотрим, что я могу вам предложить. Что-нибудь мягкое. Интересно, означает ли это безалкогольное? По вкусу. Сладкий, горький, кислый, острый, игристый. Блядь, и как понять мягкое? Игристая, может. Пенистая водичка? Игристый, классический, слабый. Ладно. Надеюсь, это прокатит. Перемешать, выдержать. Перемешать. Как вам это? Не то, что я имела в виду под мягкое. Но это то, что нужно, спасибо. А что же мягкие понятия расплывчатые? Этот стакан вам нужен? Зависит от того, почему вы спрашиваете. Хотите, чтобы я его подписала? Ну, давайте, наверное. Никаких, наверное, подписать или нет? Да, если вам так угодно. Прекрасно, для кого автограф?
Для босса, а может Джилу, ему бы понравилось. Ваше имя, девушка? А, тогда для Джил. Для Джил, никогда не упускай свою звезду. От Киры Мики. О, красивенький автограф. Спасибо. Нет, спасибо вам. Расскажите лучше про свой концерт. Что ж, сейчас идет продвижение моего нового сингла. Мы его назвали Shine Spark. Впрочем, народ ожидает от меня исполнения старого хита Your Love is a Drug. Они что, хотят, чтобы я стала звездой одной песни? В любом случае, тур называется Shining Star. И мы уже объездили с ним весь континент. Билеты раскупили моментально. Поэтому по окончанию тура мы решили дать еще один концерт на бис. О, здорово. Впрочем, не хочу грузить вас деталями, которые вы в любом случае увидите завтра в новостях. У меня есть один классный кошачий наряд. Мой стилист Агнесса даже придумала прическу, с которой у меня как будто кошачьи ушки. Как кошки связаны со звездами? Никак, просто они мне нравятся. Хотя мой продюсер хотел костюм кролика. Знаете, если бы я не стала популярной певицей, я бы попробовала себя в качестве пиротехника. Когда выходишь на сцену и везде эти искры. Чистое волшебство. Вы никогда не обжигались от фейерверков? Я слышала страшные истории от других музыкантов. Нет, пока нет. Один раз подпалила волосы немного, а после просто чуть покороче подстриглась. Людям, кстати, моя прическа понравилась. Надо будет к ней как-нибудь вернуться. А как, кстати, Лилима отращивают волосы? Ладно, дай мне еще один коктейль, и я пойду. Сцена, которая... Сцена, скорее всего, уже готова, а значит, суматоха улеглась. Не поздновато ли для концерта? Это часть моего образа. Я всегда устраиваю концерт от заката до рассвета. Этот концерт я хочу завершить песней Sunshine Stone. Солнечный камень? Камень, издающий солнечный свет. Если все пойдет по плану и прогноз погоды не врет, солнце взойдет как раз к кульминации песни. Впрочем, будет обидно, если они попросят исполнить на бис Your Love is a Drug. Классная задумка с солнцем. С такими ценами на билеты нужно как-то убеждать людей, что представление того стоило. Тебе не кажется, что это неправильно отвалить кучу денег только за тем, чтобы понять: «Нет, это не мое». Да, один раз в кафе я заказала безумно дорогой кофе. На вкус он был как дерьмо со сливками. Не знаю, сам ли кофе был так плох или бариста постарался, но он был ужасен. Ух, гадость какая, сочувствую. Кстати говоря, у вас есть что-нибудь горькое? Мне нужно взбодриться. Посмотрим, что я могу тебе предложить. Она хочет чего-нибудь горького, может даже не немного бодрящего. Но с этим хоть попроще. Грязный гризли. Горький промо слабый. Не-не-не-не-не-не. Ты у меня, дорогуша. Охуею жизнью. Или нет? Жгучий. Ну давай, погнали. Три части фламбургида, четыре карматрена. Перемешать. Погнали. Ну, как оно? Могло бы быть послаще, конечно, но и так замечательно. Я думала, напиток должен тебя взбодрить, так что... Нет, это было то, что нужно, спасибо. Так то или не то, ты определись-то, ведроедша. Ты когда-нибудь теряла себя?
Ну да, бывало такое чувство иногда, будто я — это не я. Нет, я не это имею в виду, свою личность. Ты когда-нибудь забывала, кто ты вообще? Что, блин? Что за резкий перепад настроения? Нет. А я да. Что? Кира Мики, просто сценический псевдоним. Веришь или нет, поначалу мне было сложно играть эту роль. Но меня так вдохновляли концерты, что я решила полностью отдаться этому. И в итоге отдала слишком много. Ну то как? Я так вжилась в эту роль, что совершенно забыла, кем была. Кем я была до превращения в Киру Мики? Что мне нравилось в жизни? Что во мне своего, а что лишь игра? Я просто уже не знаю. Звучит ужасно. И почему же ты продолжаешь это делать? Потому что я знаю, что делаю это во благо. Это как же? В повседневной жизни тебе приходится сталкиваться со всяким. Работа, долги, болезни, страхи, черная слизь, вылезающая из канализации в полнолуние. Никогда не знаешь, что ждет тебя завтра. Даже не знаешь, вернешься ли ты сегодня домой. И если так прикинуть, то плохого в жизни гораздо больше, чем хорошего. Людям нужно что-то, что принесло бы свет в их жизнь. Ты? Пока идет концерт, они забывают о своих проблемах хотя бы на эти 4 часа. Ого. Они перестают быть медсестрами, менеджерами или кем еще. На эти 4 часа они становятся безумными цунами. И ничего не имеет значения. Пол, религия, статус, они по-настоящему равны. Вот это да. Вне сцены я стараюсь дать им песни, которые воодушевят их, которые наполнят их жизни смыслом. Когда толпа скандирует мое имя, я знаю, что они счастливы и благодарны мне. Благодарны мне за эти мгновения, в которые они могут быть счастливы. Вот почему я люблю стадионы. Я пою для людей, и они, стоя на трибунах, возвышаются надо мной. Если сохранить улыбки на их лицах, означает забыть, кто я есть, то пускай так и будет. Я буду жертвовать собой настоящие столько раз, сколько потребуется. Потому что я живу ради этих людей. Я знаю, что помогаю им. Я звезда, что тьму ночную пронзает. Лучи света, что твой путь освещает. Сияние, что мечты в жизнь притворяет. Я Кира Мики. И никогда об этом не забывайте. Фан-клуб ко мне. На стадион. Ого. Необычный персонаж, верно? Мне внезапно захотелось все бросить и пойти за ней. Думаешь, она на самом деле такая, как себя представила? Секундочку. Тут написано, что ее зовут Мишель Кингстон. Ее собрали где-то 2 года назад. Она выступала с несколькими шоу со своей джазовой группой, после чего начала сольную карьеру. А это ее пламенная речь? Она была пьяна и как-то по-особому пьяна, понимаешь? Ну да, объяснила. И все же она умеет мотивировать толпу. Несомненно. Босс, мы закончили. Хорошо. Захотелось ведь пойти к ней на концерт? Не, вряд ли. Да, у меня и билетов-то нет. Босс, Красная Комета, знакома? Стой. Это же было мое прозвище, когда я была рестлером. Твое что? Что? Меня так звали, когда я выступала в Grand Slim Fighters. Соперники видели, как я лечу, но не успевали уйти с моей орбиты. Ха-ха-ха! Почему именно красная? Эй, ты что, красная же в 3 раза быстрее. А откуда ты узнала это прозвище? Тебе нравится рестлинг? Просто клиент один вчера заходил и узнал тебя. И я запомнила, как он тебя назвал. Понятно.
Надо будет как-нибудь сводить тебя на матч. Может, тебе понравится. Может быть. В общем, Джел сегодня стаканы моет, так что я пошла. Береги себя. Босс? Пожалуйста, не надевай ничего на свою голову. Хорошенько перед этим не подумал, хорошо? Да, поняла. Блин, а еще сегодня день какой-то такой короткий. То есть полдня короткие вообще. Черт. Ну, ладно. Ошибок не было. Ей. Боже, у меня бабла-то. О-о-о-о, сколько? 4 косаря. Теперь вы можете читать блог Киры Мики. Крутяк! Ваше членство в шало в левых пальчиках будет автоматически продлено 17 декабря, бла-бла-бла, да. Джилл целый день напевает «Я лавы за драк». Приобретение сингла поможет ей сконцентрироваться на работе. Теперь вы можете читать блог Киры Мики. Я понял, в магазин. Your love is a drug. Окей. Okay. Есть. Блин, да у меня ж бабла-то. Ух ты ж, ох. Лечевой массажер. А чё нет-то? Заряжает фанатизмом. Так, стоп, флаг и плакат. А, ну да, флаг это типа прям флаг. Окей, давай пока домой. Джилл купила все, что хотела, и теперь ее ничто не будет отвлекать от работы. Давайте еще плакат керамики. Глиняные домики, манеки. Однако, они говорят, приносят удачу. Ну, у этого сломана лапа, заебись. Так, а чё за картридж? Нет, мы коллекционеры игр, они не нужны. Но они неплохо смотрятся на полке. Мега рождественская елка. Блин, могу себе позволить. Все, а теперь домой. Так, хорошо, а теперь давайте посчитаем. Блохи керамики. Ой, боже. Сколько тут всего нового-то? Заебали Алиса Фор... Треты Алис Рэббит, электронные страшилки. Заебали Алиса Форсить. Теперь мы ненавидим Алису, отличненько. Просто других новостей нет. Помните, как у нас тут запустили предупреждение об атаке? Лол, да, еще помню. Как антихатскеры за админом выехали. 17 декабря, возмездие, привет повторно с днем рождения. Этот шрифт. Ёжишки боже. Стрёмный шрифт, началось ха-ха, все нам пизда, ой, блядь, пиздец. Когда только вышел из-под стражи, я не вернусь, вы знаете, что случается с опами подобных тредов. Привет, хакероловы, я просто хочу сообщить вам, что я не Алиса, и вообще это мамка ваша. Девчонки, чё-то кричим, из нас всех попал тут только админ. Админ Ферфер. Блять, Алиса, ну сколько можно? Тема закрыта. Концерт Киры Мики. Концерт Киры Мики. Продолжаем тему концерта. За шитпостинг буду карать. Тот анон ушел, похоже на то. Я никуда не уходила, просто не пишу, чтобы не нагнетать. Да не волнуйся, мышь, здесь с тобой. Есть идеи, как красиво раскрыться ей? Ты вообще определилась-таки, любишь ее? Слушай, я просто не хочу портить нашу дружбу, мы знаем друг друга с самого детства. Так вы, друзья, с детства, это ж прям как в моей любимой аниме.
Ну да, ладно, вот что тебе нужно сделать, когда Микки допоет Lovers из Paradise, поцелуй ее поцеловать. Конечно. Ты только представь, как чудесно это все будет выглядеть под фейерверки, под гитарное соло. Ну, я подумаю, тема закрыта. Концерт Киры Микки 3. В прошлом трейде Анон не любит веселиться. И я не хочу ссориться, вы ребята просто как дети. Что такого в том, чтобы быть парнем на Danger U? Какая тебе разница, если мы будем считать, что ты девушка? Все, отвянь. Парнем на Danger U. Ха-ха-ха, лол. Давайте вернемся к теме концерта. Сейчас бы сраться из-за парней на Дангеру. В 2К7X. Это он все начал, он сказал, что он парень рука, лицо. Короче, нам надо где-то всем встретиться, чтобы сесть всем вместе на поезд до стадиона. Неплохая идея, можем устроить официальную встречу пользователей Дангеру. Встреча пользователей Дангеру. Как будто мне интересно полить перед друзьями компанию страшных баб, с которой я общаюсь. Ладно, в следующем трейде все это говно буду вычищать. Задолбали засирать тему. Тема закрыта. Окей. Так, ДП. Нео Сан-Франциско потрясло мощное землетрясение. Миллионы людей спасены. Кимберли Лавалет. В Нео Сан-Франциско произошло мощное землетрясение магнитудой 8.6. К счастью, современные технологии позволили зафиксировать землетрясение почти за час до начала разрушительных толчков, благодаря чему у города было достаточно времени, чтобы подготовиться. Во время экстренного совещания премьер-министр Квинси отметил действия команд спасателей Нео Сан-Франциско и их молниеносную реакцию на сигнал тревоги. Вот на кого нужно равняться, мы непременно установим такие же системы обнаружения сейсмической активности в нашем прекрасном городе. Стоит отметить, что Глич-Сити на данный момент не является сейсмоактивной зоной. Квинси, еще одна жертва среди гражданских, и мы запретим протесты. Протесты. Кимберли Лавалет. После того, как город охватила волна протестов, вызванных текущим кризисом экономики и безопасности Глич-Сити, премьер-министр Квинси заявил, что если протестующие допустят еще хоть одну жертву среди гражданских лиц, то он лично издаст закон, запрещающий все виды публичных манифестаций. «Это не может больше продолжаться», — объяснил нам Квинси по телефону. «Они хотят лишь крушить госсобственность. Они активно саботируют наши попытки восстановить наш прекрасный город. Так что я решил, что если из-за них умрет еще один мирный житель, то я сделаю все, что в моих силах, чтобы запретить протесты. Белые рыцари получат разрешение использовать все доступные для этого средства». В следующем году Квинси будет баллотироваться в мэры на второй срок. Понятно. Элис Рэббит, группировка, я знаю ответ. Лана Смити. Элис Рэббит, кто это? Изощренность методов, применяемых ими для взлома всех видов защиты ПО, заставляет некоторых экспертов сойтись во мнении, что Элис Рэббит на самом деле группа людей, а не один человек. Так ли это на самом деле? Подобное случается уже не в первый раз. Более полувека назад весь мир содрогнулся от действий группы хакеров. Они называли себя Anonymous. Они не были угрозой для прилично закодированных данных. 17 декабря. Взломали. Азаза. Так, что там Элис Рэ... Ой, боже. О, господи. Блок Киры Микки. Спасибо, ГС, я обожаю это место. Боже! Столько энергии, столько любви, оптимизм так и витают в воздухе. Несмотря на все трудности, вы пришли посмотреть на меня. Никогда не видела такой живой публики, как вы. У меня просто нет слов. Кстати, рада сообщить, что это не последняя наша встреча. Мне было сложно уговорить своих агентов, но я благодарна, что они все же согласились на еще один концерт. Пока что это было самое грандиозное выступление из всех.
и я жду не дождусь увидеться с вами вновь до следующего раза, дорогие мои, с любовью, Микки! Концерт под куполом. Всем привет! Вы готовы к концерту? Я готова на все 100. Ежегодно я даю огромное число концертов, но до сих пор не могу привыкнуть и каждый раз ужасно волнуюсь. И все благодаря вам. Спасибо за всю энергию и любовь, что вы мне дарите. Без вас моя жизнь была бы тускла и бессмысленна. Я исполню все ваши самые любимые песни, так что будьте готовы. Одна маленькая просьба, пожалуйста, не толпитесь у выхода со стадиона. А то опять мои охранники могут вас не понять. А мне бы очень не хотелось, чтобы кто-нибудь из вас пострадал. С любовью, Микки! Как я расслабляюсь, последняя неделя была довольно беспокойной, поэтому я решила рассказать вам о том, как я расслабляюсь. Сижу на крышах домов, почти всегда я в дороге, поэтому у меня нет какой-то любимой крыши для отдыха. Мне нравится чувствовать ветерок на своей коже и наблюдать прекрасные пейзажи. Заставляет задуматься о жизни. Чайные коктейли. О, это то, без чего я просто жить не могу. Берем чай, водку, ром, джин, лайм, блейзер и, в общем, все, что душе угодно, и мешаем. Но не подумайте, что я напиваюсь перед выступлением. Я бы ни за что не рискнула испортить вам вечер. На сегодня все, увидимся. Фух, я это все прочитал, ура, я молодец. Можно сохраниться. И что жечки, на этом сегодня и будем заканчивать, так что всем спасибо за просмотр, и всем пока.